дезинфектора. Всем привет, дорогие друзья. Идем с вами на ужин. Здесь по правую сторону стоит множество контейнеров, они закрыты. И видим только таблички с названием еды. Итак, говядина отварная. Далее картофельное пюре. Далее куриная голень в кунжуте. Здесь не совсем понятно, вроде бы рыба тушеная. Рагу из баранины. Котлеты с сыром. Брокколи со сливочным соусом. Здесь запеченный картофель в духовке, в духовом шкафу. Далее тушеная белая фасоль. И тут же рядом сате какое-то овощное. Кубай с фисташками. Дайте, пожалуйста, пап. Куриная ножка с шампура. Здесь вот какое-то филе, то ли индюшиное, то ли куриное. Далее жареная индейка. Это жареная рыба с головой. Но непонятно, что за рыба. Что это за рыба? Хотелось бы сибас. Какая рыба? А тут не написано. Написано на нерусском языке. Тут тоже какая-то рыба жареная. Есть хлебобулочные изделия, далее пирожных огромное количество, но мы проходим мимо. Здесь огромные столы по обе стороны, зелень и салаты из сырых овощей. Очередей нет. Вот единственная очередь здесь баранина в тандыре приготовлена. Ну, эта очередь буквально я стояла меньше, чем полторы минуты. Я за вами. Баранину надо съесть. Тушеный с помидорами, шпинат с йогуртом, артишоки, картофель фри и картофельные крокеты. Mm.
есть раки, креветки и крабы здесь редкие. Есть это все, крабы и креветки в а-ля-карт ресторане. Далее овощные всевозможные солености. Больше, чем в кондитерской, и по качеству они явно лучше. Кондитерская, мне казалось, что там все однообразное, бисквитное. Здесь немножко поинтереснее. В частности, я выбрала вот это синее пирожное. Дайте, пожалуйста, вот это вот бархатное. Оно как будто бархатное сверху. Оно было невероятно нежной консистенции. Спасибо. Очень мне понравилось. Недаром эти пирожные первыми разобрали. Кушать не хочется, поэтому я взяла раки. Раков набрали, сейчас будем их чистить.